Приветствую, дорогие зрители, с вами Дилирон и Мини-кошка, скажи привет. Приветик, мяу. Продолжаем играть в Майнкрафт, сегодня мы снова играем в лаки-блоки, голодные игры, короче, голодные игры с лаки-блоками. Все очень сложно. Я наконец-то включил вебку, я надеюсь, что мне вебка не будет мешать, и мы с кошкой все-таки будем побеждать. Вы, кстати, обещали поставить лайк за то, что я включу вебку, так что не забудьте. Давайте наберем 50 тысяч лайков, я буду дико счастлив, мы продолжим играть в этом режиме. Блин, тут фейковый Дилирон ходит, смотри, крадется прям, Тимакот. Прямо как мини-кот, только Тимакот. Так, ты готова, кошка, заходить готова, куда-то? Куда заходим? Так, давай заходим, я выбираю лаки-блок. И первое? Где есть люди? Давай первое. Как раз давай. Так, туда долго не ждать не зайти. Надо будет. 28 секунд. Ну давай, попытайся. Выбираешь лаки-блок и заходишь в самую первую штуковину. О, зашла, а то меня зашла? Туда, да. Замечательно. Тут осталось 18 секунд, даже можно ничего особо не вырезать. А замечательно. Слушай, лаки-блоки вообще так обожаю. Я уже думал, что все, они мне надоели, мы с кошкой так много их снимали. И внезапно появляются голодные игры с лаки-блоками. Я такой, блин, я так мечтал об этом. Крутой раньше режим, появился Skywars с лаки-блоками, сейчас голодные игры. Че? Крутой очень режим, мне тоже он нравится. Просто очень. Офигенский. Так, мне нужно поставить себе какую-то отметочку. Да, отметочку. Если отметку поставил. Кстати, сейчас на моем втором канале выходит Skywars. Так что сейчас здесь у меня выходят голодные игры. Раньше голодные игры выходили постоянно на другом канале, но на других серверах. Так что разнообразие. Если кому-то хочется посмотреть Skywars, к примеру, может пойти на другой мой канал, канал Дилирон. Сейчас вы находитесь на канале Дилирон Плей. А ранее именно голодные игры на протяжении где-то полгода выходили на канале Красдилерон. Так что если вам понравился проект голодные игры, вы по какой-то причине не были подписаны на мой второй канал. Так что вот, я вам предлагаю зайти туда и посмотреть. Сколько мы там серии сняли по голодным играм? Где-то ой, серии 60, я думаю. Там где-то 60 серий, думаю, есть. Так, ломайте. У меня жертвы куча. Кошак, куча жертвы. Не верю счастью. Только за мной блин, кто-то меня ходит. Убивают. Кошак, живи. Да у меня есть оружие. Оружие воина. Так, убить девочку. Какая-то девочка. Иду за ней. Да, у меня есть меч. Меня убили почти. Тебя убили? Кошак, живи. Беги ну, куда-то. Блин, я могу отсюда, пытаться вернуться побеси на спав, но у меня нифига толком нет. Я с девку догоню. Догоню. Нифига ты живучая. Я уже запыхался бежать. Нет. Ну, отлично. Там за лаки-блок был, ну да ладно. Так, парень, ты что удумал? Парень? Меня убили. Блин, кошак, живи. Не да знаю, помогай меня. Мне, что ли, тогда можешь за мной побегать в образе привиденька. Тут блин, такой пароход, чувствую, выкинуло. За мной бежит. Тебя выкинуло даже? Да. Ну тогда болей за меня, держи кулачки. Меня окей, сейчас давай, забьют. Жить. Мне нужно пожать, у меня хп не регенится. Я по карте вижу, что за мной бегут люди. Ой-ой-ой, нифига себе, мне втащили, ладно, хорошо. Бежим! Да, меня убили. За мной бежал какой-то пацан, который был и с топором, и с мечом. Ну ладно, хорошо. Часто, да, я схожу за мини-кошкой, и мы продолжим. Да, вот нифига не круто, когда за тобой бежит целая толпа, у них есть оружие, ты пытаешься отнять кого-то, фигаришь его, у тебя фигарят спину, и при этом умирают мини-котики. Скажем так, я умер от разрыва сердца, когда узнал, что мини-котика убили. Вот так вот. Да. И я не смог с этим жить дальше, и мне пришлось вернуться за мини-кошкой. Так, я себе ставлю тоже отметочку. Какую-то отметочку. Называю их всегда одинаково. 1-1. На центр, идти, не идти. Я тебя справа опять. Я, наверное, в лес. На центр, не знаю, я не хочу, меня там зафигарят. Ну, я за тобой попробую, но... Или... Я попытаюсь, хорошо, я буду храбрым. Так, быстренько, побежали. Так, вот этот... И ничего, у меня только лук и парочка уходим, стрел. Блин, да, все, я свалил. Сейчас... Блин, мне уже фигарят. Кто-то здесь бегает. Это нифига хорошего, пацан почти одетый. Ну ничего себе, фейковый Дилирон, а уже оделся, как, не знаю, как волшебник. Я ушел куда-то, вижу, ты вроде бы за мной бежишь. Ну, так, что-то как. Нашел. Да, ты бежишь за мной. Так, у меня есть топорик, который я могу использовать против мини-кошки. Да. Я тебе говорю, лук и стрелы, если хочешь. Не. За ним вроде бы пацан шел или сдох, или ливнул вообще. Он стал невидимым, я знаю, он ниндзя. Он зашел в режим тьмы. И теперь он может напасть на нас вообще из любой тени. Интересно, я вижу что-то еще интересненькое. Лаки-блок слева. Я его не видел, я вижу здесь вверху лаки-блок, как-то разобраться ну, да. Представление. А, нет, давай не мне. Будем, потому что это сейчас за нами люди опасканность. Будут. Опасканность? Да, ну, я хорошо. Считаю, что это не надо делать. Туда, скорее всего, как-то сверху забираться нужно. Ну, вдоль карты-то идем, что-то ищем. Вот я нашел и...
Йоу. И я нашла. Ничего себе, слушай, мне в голову только что втащило. Прости, люстра сзади тебя. Кошка сзади, где-то пацан, вот пацан, вижу пацана. Это люстра была. Мне нечем его убивать. У меня молния в голову вшандарахала вообще. Бывает. Ну пошли за ним побегаем до первого лаки-блока, проведем его. Он в воду полез. А у меня нету лаки-блока. Воду. Не хочу в воду, там еще фейковый дилерон вроде бы где-то бегает. Ну ладно, я иду куда-то тогда. Там люстра КТВ, она зафигарит нас. Я не регенюсь. Нужно идти пацанов фигарить. Так, мне это нечем, сюда. Вообще ничего нет. Пью. Я хз. Чем-то это закончится, кошак. Чем-то это закончится. В крайнем случае будет у нас еще один заход. Ну знаешь, у меня ничего нету. Я его из лука как-то бить не хочу, потому что у лука откидывание очень жесткое. Я его начну откидывать, он улетит куда-то. Сейчас вот здесь вот ты, пацаны, останешься. Вот здесь давай, ты давай, и останешься. Давай. Ой-ой, нифига себе, он читерный какой-то. Он меня так больно откидывает, ты посмотри на него. Он фигарит мне, но, он рукой меня чуть не ты забил. Его убил? Да, я его убил. У него есть топор? У него ничего такого не было, но жопа была, я хоть поем. Есть одно золотое яблоко. Ну на, ешь тогда, держи, кошка. Кушай, кушайся. Стой. На, держи, отдай золотое яблоко. Я тебе хлебушек сзади кинул. Так, отлично. Ловушку тебе не дам, ты ей пользоваться не умеешь. Пью. Могу луки, стрелы все еще предложить. Не, мне либо не надо, спасибо. Будь в дефе, я буду в атаке. У меня брони нет, но есть одно золотое яблоко. Я уже почти отрегенился. Ух. Не, ну он читерный был, кошак, серьезно, ребята, вы видели? Он рукой бил даже тогда, когда я уже отлетел от него далеко. Как это? Я хз. Это волшебство какое-то. Тут вижу толпу ребят, кто-то из них в алмазном шлеме. Может, блин, у меня ничего нету. Так, он в алмазном шлеме и в алмазном всем вообще. Может, тьма? Да, некая тут тьма. Сейчас, может, получится втихаря напасть. Не отставай, если что, будешь хотя бы рукой вот там один раз стукнешь и убежим. Надо попытаться. Что-то где-то бахнуло. Тут что-то происходит, кошак. У него в голове что-то бахнуло. Тут что-то происходит, кошак. Так, а ну-ка, на, отлично, я вас отлично зафигарил. Дай мне, пожалуйста, какой-то хоть. Так, подожди, пью. Так, держи, и шапку я тебе тоже отдал. Вон, внизу валяется шапка и топорик, бери. Так, что я тебе могу еще предложить? Я тебе могу предложить хлебушек, миллион курицы, и все, наверное, на этом все. Тортик могу еще дать. Если мы найдем верстак в этом домике, в чем я сомневаюсь, хотя может быть. Так, идем быстрее наверх. Тут есть лаки-блоки. Забегай наверх, ищи там верстак. Ой, лаки-блок еще там. Так, нифига, вроде бы я хорошего нету. Не нашел. Пью, у меня для тебя нагрудник есть хороший. У меня так, для тебя регенерейшн есть. Так, стой, тихо. Смотри, там где-то пацан на улице бегал. Одевай. Да, можешь себе все это оставить. Так, это может мне не понадобиться. Курочка на отталкивание. Может пригодится. Так, это подожди, это не выход, вот выход. Там на улице где-то ходил пацан. Я что-то хотел, я хотел верстак. У меня есть алмазы. Там не было верстака, кстати. Ой, лаки-блок, ты даже его не заметил. Я стараюсь по сторонам смотреть. У меня сейчас зрение такое своеобразное. Оно пытается выискивать людей. Что лучше, меч или топор? Камень. Лучше... Еще раз, каменный топор, либо каменный меч? Да. Ну, конечно же, каменный меч лучше, чем каменный топор. Там даже когда наводишь, ну пишется. Да, там же плюс 4-5, все. Так, все, а ну-ка, стой, я тут мусорку выкину всякую. Мусор. Одна удочка. Да не, не хочу. И так, это может пригодиться. Как-то вот так. Я думаю, что нормально. Ты что, я только выкидывала тоже что-то? Половину поделилась. Ты мне какие-то семечки, блин, взяла, кинула меня. Нет, я тебе курятину дохлую дал. А, дохлая курятина. Можно было, в принципе, пожарить вот эту курятину, бесполезно. А что ты тут ходишь? Можно пойти на другой остров, там пока лаки-блоки не сперли. Я пошли. Хожу, туплю, ищу где-то по возможности верстачок. Ну ладно, давай тогда мы побежим вдоль вот этого побережья. А подожди, может тут верстак? Так, тиши ко мне. Нет, тут не верстак. Я какого-то пацана просто вижу. Смотри, здесь нужно будет сейчас запрыгнуть с песка. Вон с того песка вот сюда вот запрыгнуть нужно. Я пошел к пацану. Блин, конечно, может быть читерно то, что мы играем с картой, но без карты это было бы все очень долго, и мы ходили бы просто и тупили. А так мы хотя бы сражаемся. Так, погоди, я не понял, где... Вон он! Волшебник, кошка Фигарева. Отходи. Я умерла. Блин, вы вдвоем сдохли, не успел тебя уберечь, кошак, сорян. Что мне есть? Так, от этого мне не нужно. Одеваем. Зато надеюсь, тебя хотя бы не выкинет, и ты будешь мне подсказывать что-нибудь. Так, надо покушать, избавиться от мусора.
И буду сейчас потихоньку идти на спаун. Я могу тебя спонсорить что-то. Не, не нужно. К тому же я не думаю, что у тебя есть ресурсы на это. Так, мусор, мусор. Визоровский меч, отлично. Мусор, мусор, мусор. Может пригодиться. Да я думаю, что в принципе я даже с этим мечом могу до конца игры дойти. Если вдруг сломается, картоха, кошкины семечки. Помним, любим, скорбим. И кошак. Печалька. Да ну, что ты в самом деле? Ну, о, блин. Справа лаки-блок на дереве. Да, мне не лаки-блок, вот я хочу на центр прийти парень, и парень, зафигарить. Парень, зади... А, нет. Чего ты не пугаешь вообще? Тут иногда, когда бегаешь, отображается непонятно, кто за тобой. По байке. Да, байки кошачьи. И кусюны. А ты можешь переключиться на людей и сказать, там двое сейчас в тиме против меня или нет? Сейчас посмотрю. Ну. Так, один парень сам по себе. Ёх, ты ж... А, я на ловушку стал, блин, попался. Дурацкая ловушка, все, меня убило. Надо привыкнуть к этому. Я думал, что это часть декора. Ладно, сейчас будет еще один заход. Бум! Вот так вот взорвался мой пукан в тот момент, когда я встал на эту ловушку. Ребята, ну это капец, серьезно. Я был готов ко всему. Я был готов встретить Тиму. Я был готов встретить дракона, визора, что угодно. Но я не был готов к тому, что я буду крафтить себе алмазный меч и взорвусь на ловушке. Слушай, офигенная идея. Никогда не выкидывай ловушки. Надо будет всегда реально приходить на спаун и ставить целую кучу ловушек. У меня была фуловая броня, у меня все было, я просто взорвался. Я не знал, что они настолько мощные. Я думал, что они, ну, половина там здоровья. Но что-то типа того. Да, я поставил себе. Ага. Держи вместе или ужасная как? Ужасная карта. Я не знаю, тут ужасная, наверное, вместе. Мало тут чего есть и вообще. А я на ней играл. Я на ней даже когда-то обозревал моды, там что-то безумные яблоки называлось или что-то такое. Я помню, очень давно у меня был обзор мода такой. А, я почти победил, почти был конец серии, но нет, продолжение. Думал уже прощаться а с вами. Где я пошел налево, за мной бежит 4 человека, я тебя дождаться не буду, а сорян, кошак. Тогда теряемся, я потом вернусь на спаун и тебя найду. Я сейчас где-то, в общем, я даже не знаю, возле какого-то танка на дороге. Тут серый танк. Так, сейчас я отбегу подальше и начну ориентироваться и выискивать какие-то лаки-блоки. Кстати, ставим лайк за то, что серия не закончилась, и я не победил. Я бы победил, я почти уверен. У меня был меч на визор, одетый нормально. Туда вниз не хочу. Слушай, здесь лаки-блоков вообще мало. Да, я же говорю, вообще мало здесь лаки-блоков. Ужасная. Она как-то не очень приспособлена для того, чтобы здесь хоть что-нибудь делать полезное. Везде куча комнаток, и в этих комнатках нет лаки-блоков. У меня хп уже скоро начнет кончаться, потому что я голодный. Я с девчонкой. Кошка затимилась. Короче, кошка меня променяла на какую-то девчонку. Никого мне потом придется убивать кошку с девчонкой и с миллионом людей, с которыми кошка затимится. Я, наверное, вниз пойду. Я знаю, что внизу есть лаки-блоки. Я, короче говоря, в том месте, где здоровенная такая траншея песчаная. Ай, ай. Я не знаю, как ее назвать. В общем, это то место, где, по идее, должна течь вода. А, она везде течет. Джон Коннор убегал от Терминатора в похожем месте. Он там на грузовике за ним слетал с моста, и они такие виу-виу-виу-виу. Это в старом Терминаторе, не в том, который сейчас вышел, это давно было. О, отлично, я нашел один лаки-блок. Меч! Нет, у меня есть курица. У меня вообще меча нету. У меня есть курица, которую я могу либо съесть, либо сражаться, и я вообще опасен. Опасный! Людей пока не вижу. Как мне тут разобраться, вообще интересно? Лаки-блоки? Нет? Нет? Нельзя? Ни одного? Нет, нет, нет. Часто это в теории я проберусь к этому лаки-блоку. Еще один нашел. Так, а ну-ка. Меч. Деревянный. Ну, но меч же. Че, сам ну, пацан бегает. Как бы. Там за ремень. И за мной пацан в алмазной шляпе бежит, что ли? Блин, боюсь оглядываться. Там Ой, за ремня боже. Какой-то жесткий пацан, он в меня даже стреляет. Ну, ежики, ежики. Че вообще? Кажется, я приехал, кошак. Меня сейчас зафигарят. Да ну! Среди меня появился какой-то дядя, который меня сейчас травить захочет. Я на так, центре. Мужик, до свидания. Я бегаю тут понизу, пытался найти то место, где лаки-блок видел. Может быть, я уже забрал его. Ну, блин. У меня очень мало того, чем бы я мог с кем-то сразиться. Я не одетый, у меня есть только деревянный меч. Я скоро проголодаюсь. Бабку на центр, надеюсь, если ты рядом. Ну, сейчас я постараюсь пойти на центр.
Мне только выход нужно найти. Я все еще бегаю по вот этому здоровенному спуску. Тут стрела чья-то торчит. Это в меня стреляли, кстати. Там парень бежал. Так, заберем стрелу. Может, пригодится мне в дальнейшем. Пацан в алмазном шлеме, мне так страшно. У меня на миникарте отображается то, что у него есть шлем. И мне не нравится то, что я вижу. Такой я пацанчик. Жратвы полно. Меча у меня нет. Еда закончилась, я не могу бегать. Я здесь вижу кого-то. Ой. Какой-то парень предлагает мне затимиться, что ли. Так, он мне дал еду. Ну ладно, хорошо, все. Да, мир. Мир, брат. Мир твоему дому. Все, я поел. Лаки-блоки. Я с ним затимился, кошак. Все. Да, честно, серьёзно? Я честно. Ну, он, по крайней мере, я бы сдох, я бы не смог его втащить. У меня не было еды, и он мне дал тортик. И я даже сейчас не уверен, что я смогу убить его. Не знаю, какое у него есть оружие. Во всяком случае, он в броне, а я вообще бомж. Так, или мы с ним разошлись. Все, мы с ним разошлись. Всё, я кого-то нашел. Мы с ним разошлись, если что. Тут какой-то подрывник. Безумный подрывник. Получай. Отлично. Я кого-то безумного подрывника убил. Так, у меня появилось неплохое оружие. Ну так, неплохое. Средненькое. Кошка так, на центре с нужно? Яблоками золотыми. Да, ни одно золотое, кстати, яблоко появилось. Еда полнейшая. Но еды у меня сейчас тоже довольно-таки дофиги много. Дофигища всего. Но сейчас, я вижу, кто-то здесь бегает сверху. Абсорбции две. Абсорбции? Топоры. Я постараюсь сейчас выбраться. Давай. Не знаю, как. Это вроде бы выход или не выход. Я сейчас постараюсь кого-то еще втащить, я кого-то видел. Ой, сажать я вижу супчик, парня. О, вот он с тобой тимился. ТНТ мистер? Что-то там такое было, да. Тимиси, Мисси Писи, что-то там ТНТ. Что, не убивать его? Я тебя, кстати, вижу. А, вот я. На, держи, иди сюда. Иди, подожди, на. Я вижу тортик. У меня сейчас собака твоя покусает, да? Так, на, держи, не покусай. Не, ты не ее, покусает. Если ее ты не тронешь, то она не это покусает. Это если тебя не тронут, то она мне не покусает. Есть на. Какая-то броня, кошак? Хоть какая-нибудь? Ну, я не могу тебе дать, потому что она моя. Ладно, на, держи. Не нужно все, я сейчас все сделаю штаны. Туда. Пью. Так, надеюсь, в этот раз я не сдохну. В прошлый раз, вот прикинь, подошел крафтить себе что-то и просто сдох. Да капец был. Штаны. А. Дай шапку лучше. Так, ага, отлично. мне деньги. Не, у нас сейчас с тобой брони поровну. У меня единички, у тебя единички, или у тебя даже полторы. Сколько у тебя защиты? Один. Один, но у меня тоже один, так что мы с тобой поделили поровну, но я более опасен. Ну, бегай ты раз с тем пацаном, да не, разделяемся. Осталось 8 игроков. Я тогда пошел, еще кого-то поищу. Ладно. Спасибо за шляпу. Спасибо за то, что задефало то место. Ну или вместе можно. Просто с тем пацаном, я не знаю, как бы... Вот я, дождись меня, где ты? Да иду, вот. Давай, пошли. Тут просто как бы, понимаешь, такой спорный момент. Мы либо его валим, либо у меня бегаем собака втроем. Есть. Втроем в тиме это много. Два человека в тиме, я считаю, что это нормально. Это еще можно втащить. Допустим, я один двоих разматывал. Троих было тоже, когда я тебя спасал, но это уже очень тяжело. Троих размотать просто нереально. Я вижу лаки-блок сверху. В теории туда можно залезть. Нет, через ты верх. Туда не пойдешь. Так, я сейчас туда вот так вот, вот так вот. Нет, не там так. Там ловушка, не иди туда. Ловушка. Так, по идее, туда вот так нужно забраться. Мой пёс. Пёс? Да. Я не понимаю, кто туда залезть. Может быть, с другой стороны моста. Слушай, на поклёвку тебе кашу. А у меня есть еда, я вроде бы даже лаки-блок вижу. Вот нет, ты... это не лаки-блок. Тут вижу, кто-то пытался засунуть лаки-блок в кольцо. Сейчас я тогда постараюсь залезть и глянем, что у нас внутри. Что это было? Фиг помимо, возможно, жертва. Вон еще лаки-блок, идем со мной. Где? Видишь? А, вижу. Только высоко довольно-таки. Это не высоко. Так, вот. Может, я успею быстрее, а ну-ка. Кто? Кто забрал? Не знаю, вроде ты, бы наверное. Ты, да потому что у тебя курица появилась. У меня курица была. Это бесполезная курица. Я тебе могу отдать один супчик, если хочешь. Да, на, держи. Че? Я тебе хотел супчик отдать. Ну ладно, буду супами ходить. Дилерон, ходячий человек с супами. Меня от вас собака пугает. Я тебе честно говорю. Эти бобики, проверить. Они кусают. Не, не хочу. Она меня съест. Пес, овес. Я на самом деле, вот в реале собак боюсь, потому что они зубастые, кусаются. Ты пропускаешь, Дилерон. На, держи броню. Так, тихо, сейчас будет маневр. Ну, не хочешь, не хочешь. Так, только ты так не делай. Я сверху прыгнул, схватился за лестницу. Да, не так. Но близко. Это было похоже. Так, что у нас здесь? Так, у меня немножко брони появилось. Я тебе могу шапку дать. Ну, ладно, тебе она не нужна. Что мне еще не нужно? Нет, пока у меня супы, топоры всякие. Я где-то скину весь мусор. Надеюсь, меня потом этим мусором никто не убьет.
У меня зажигалка была в прошлой игре, значит, то сейчас ее не блин, вижу. Ли... Ливи, что? Посмотри, кого я призвал. Ой-ой-ой-ой. Все, проходим, кошка, проходим. Лавенцы, собака пытается грызть. Крыка. Я их постараюсь тащить. Да не стой, пошли. Что, она распылилась? А, нет. Так, один есть. Блин, поджог все-таки всё, меня. Все, есть, лично. Так, тухнуть, 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 тухнуть. Пес, только собаку не кусай меня. Треть. Пес, не жри меня. Так, можно здесь сжечь что-то еще ненужное. А, ничего, ненужного больше у меня нет. Так, супец поближе. Блин, у меня половина хп. Все из-за того, что пришлось сражаться со всякими невидимыми летающими фиговинами. Наверх? Ну да. Надеюсь, меня не зафигарят. Мне стрёмно пока идти первому. Ай, ты что ты? Так, тапочки мне дали. Я могу тебе дать тапки, хочешь? Не надо, есть. Блин, ты вообще нормально одета, я смотрю. Так, нафиг, нафиг. Мне бы нагрудник и штаны найти было бы вообще жирно. Мы почти, кстати, вернули к спавну. Мы сделали такой небольшой круг. В этом домике кто-то был. Там все были. Там, где открыта дверь, там были. А вот тут не были. Так, а это что? Мне показалось? Да, мне показалось. Я на этой карте совершенно не понимаю, где, в принципе, нужно их искать. Скорее всего, где-то листву нужно ломать. Если бы я был разработчиком карты, я бы где-то под листвой все это дело прятал. Может, на дерево залезть нужно. Так, тихо-тихо, не залагивай меня. Я на деревьях, смотри. Так, я питаюсь супами, меня можно найти по раскиданной всякой фигне. Так, еще один супчик. Нифига тут нету, зря только залазила. Я не люблю эту карту, на ней круто играть в разные режимы, но не искать лаки-блоки. Они нифига не находятся мной, по крайней мере. Я их не вижу тупо. Вижу кого-то пацана. Он вообще охрененно одет. Мы только можем в тиме его завалить. Давай, подтягивайся. Сейчас сажу золотое яблоко. Ту-ту-ту-ту. Зелье чего? Зелье абсорбции. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Давай-давай. Уходи, да уходи. Меня только не фигарь. Блин, больно-то как. На. Отходи. Эх, блин, кошку зафигарили опять. Сдохни, гад. Блин, и меня тоже зафигарил. Ну да, комплект алмазной брони, он все-таки решает разные вопросы. Ну давай еще один заход сделаем. Блин, вот надо было мне тогда взорваться, капец просто. Вот такие вот лаки-блоки, блин, серьезно. Если ты находишь алмазную броню, у тебя есть нормальный меч, то даже двоих размотать не проблема. Хотя мне кажется, что я по нему бил, и он просто не получал урон читер, в какие-то моменты. Не, ну не читер, может быть ему повезло. И когда вот мы сражаемся, старайся не подходить. Допустим, я начинаю там пищать, кошка, нападай, тогда ты нападаешь. Потому что вот я боялся по тебе лишний раз стукнуть. Там были моменты, когда я боялся за твою кошачью жизнь. Окей. Мы на центр? Я чуть не вижу смысла там никакого. Я, наверное, по вот этому вот мостику, мостику и побегу хорошо, куда-то отлично. Туда. Туда, блин, люди еще пошли. Так, быстрее, дилеро. Можно налево расходиться, так, налево. Блин, я вижу лаки-блок, да, который... забей на него, налево иди. А там вот меч сейчас пацан возьмет и будет за мной теперь с мечом бегать. Я прав, кошка, у него уже есть меч? Не знаю. Слева кто-то бегает уже в какой-то крутой шапке алмазной, причем ко мне бежит. Вижу два лаки-блока. Ладно, под иди деревом туда. Вижу лаки-блок, да, под следующим деревом лутай. Пробегай, лутай следующее дерево. Так, а ну-ка, Дилерон, меч, нифига не меч, уровни дурацкие. А вот здесь меч, Дилерон, нифига не меч, зато немножко брони. Броня тоже. Тоже броня, ладно, бежим дальше. Но у тебя не самое лучшее. За нами просто меч. Идет три пацана. Меч? Так, пацан в алмазной шляпе как минимум есть. Деревянный. Пожалуйста, меч. Нет, не меч, у меня есть ловушка. Ловушка и удочка, могу пацана постараться взорвать. Так, он а ну-ка, будет парень, фигарить? Парень, давай, сейчас парень. Мечом его зафигарю. Ну давай, старайся, что у меня есть нет, ловушка. Это лаки-блок. Ну, я тогда пойду гляну следующий лаки-блок. Блин, броня, я но теперь тобой. Нет оружия. Вот же печалька. Там какие-то два пацана еще сзади бегают. Так, а ну-ка, что-то крутое. Что это такое? Зелье абсорбции. Ладно, выжру его. Вроде поглощение урона, вроде бы... Я не помню, что я дает абсорбция. Я тоже выжираю. А ты что выпила? Тоже. Абсорбцию? Да. Так, ловушка. Ты идешь за мной? Я чуть-чуть отстаю, потому что я без оружия, без еды. Помираю потихоньку. Там слева движуха какая-то слишком жесткая. Горящие зомби. Я понял, у тебя теперь тоже мало здоровья. Так, зомби есть что пожрать? Так, нет, что пожрать. Там зомбаки подохли, из них есть... Да, вот, выпало немножко гнилой плоти. Типа. Ну, знаешь, тоже еда. Я жрать хочу.
Так, я чуть покушеньку. Отравился, отравился. Вот еда, смотри. Там два лаки-блока есть. Сейчас я к тебе приду, подожди, так я посмотрю. И тут еще есть возможность что-то... Ой-ой-ой. Так, парень, не трогай меня. А, мы с ним почти договорились. Почти. Почти договорились. Ай-яй. Размансил. Кошка, все, а, не получил шляпу, рано. Держи. Фух, это не лаки-блок. Так, шляпу, вижу, здесь целая куча куриц валяется. Тут шляпу. Реально на карте надо спавниться. Куры. А где валяется твоя шляпа? Ты свою, что ли, сняла? Да, я понял. Да, потому что я тебе давала железную, так, ты не досталось, захотел. Что досталось? Есть один железный слиток и палочка? Нет. Печалька. Там, кстати, спереди парень, короче говоря, тоже люстра летающая, агрессивная. Нам наверх надо. Тут уже все так, разломали. Так, люстра скоро сдохнет. Но, к сожалению, палка эфрита не поджигает. Было бы круто, если бы палка эфрита в Майнкрафте по дефолту поджигала. Но это же палка летающей горящей фигни. Это было бы честно, по-моему. Так, не то. Накинулись. Не, ну я увидел что-то прикольное, но оказалось, что это ничто не прикольное вообще. Так, у меня есть курица на отталкивание. Я возьму ее поближе. Так, а вот это тоже ничего интересного. У меня обычные куры, если что. О, там парень, пацан спереди прям, бегает. Да. Мне бить нечем. У меня только ловушка я и удочка. Я тебе могу, да, держи. И есть оружие? В смысле, ну, ты да. Свое, что ли, отдаешь? Ну да. Блин, ты считаешь, что это хорошая идейка? Я отравилась, ну, конечно. Блин, давай попробуем. Ай, я получил немножко лаки-блок урона. Лаки-блок прямо, видишь? Да, я надеюсь, что, пожалуйста, меч. Пожалуйста, меч. Пожалуйста, меч. Яблочко зато. Ладно, тоже неплохо. Подожди, вот наверху еще есть. Так, давай, кошка, я в тебя верю. Соседи, кажется, нам в гости через стенку стучат. Есть что? Да, лаки... Боже мой, топор. И еще наверху сейчас, подожди. Так, сейчас я еще один тоже посмотрю. Но если у тебя есть оружие, топор какой? Хороший? Да, железный. Так, у меня тоже деревянный, каменный, господи, топор. Железный у меня. А что здесь? Ой, еще один каменный. Да, у меня тоже каменный топорик, это не очень круто. Ладно, жру курочку обычную. Отравился. Держи. Отравился. Да ладно, все, пошли нападать. Сейчас мы его втащим. Ладно. Он где-то пошел. Хотя можно пройти еще. Не, давай пролутаемся. Ну его давай, в баню. Давай. Он нормально одет, мы еще нормально не одеты. У меня из радости есть только моя курица, которая нифига не жареная. Так что здесь я получил что-то. Еда. У меня есть еда. Все отлично, нафиг это. Нет. Давай с тобой поделюсь, кошка. Ты где? Вот, лаки. Подожди пару секунд. Люстра, осторожно. Не ждем, уходим. Уходим, кошка. Вниз. Здесь тупичок, отсюда надо будет скоро сваливать. У меня вообще здоровья нету, подожди. Вообще? Так, подожди, на еда. А, стой, на, держите вот это. Да, вот серьезно? Это. Да, серьезно. Так, и 17 курочек. Ни в чем себе не отказывай. Да, и у меня тапочки. Этого добра полно. Но как бы то ни было, я с тобой поделился всем, чем у меня было хорошего. Золо яблоко съела? Ой, подожди, на вот это. Так, у тебя шапка хорошая, что ли, есть? А, я, наверное, тебе не ту шапку выкинул, потому что ты заглючила. Это моя была шапка. Так, нафиг. У меня есть табурик такой. Пошли. Так, все, кошак, идем. Ты резко вправо, да? Быстрее. Где-то эта летающая фигня бегает. О, лаки-блок еще один на центре. Давай. И наверху еще. Наверху уберу. Бери тогда нижний. Блин, только что втащить? Ох ты, ё-моё. Сегодня втащить. Что-то хорошее? Алмаз. ТНТ. Так, я получил... Палочка есть, кошка? Да. Палочка есть, тогда возвращаемся. Посмотри, что у меня есть. Что у тебя есть? Нифига себе. Так, ладно, я забрал. На палку держи. Так, забрал. Это мне не нужно. Алмазики у тебя есть? Ну да, один. Палку ты не дала. Идем аккуратненько назад. Мне нужно будет сейчас себе взять и зафигарить меч железный, правда. Если найдем один алмазик, я тебе сделаю алмазный меч. Там где-то дальше будет поворот, если я ничего не путаю. И там меня фигарить пытался ифрит, и там был верстак. Это вроде бы где-то здесь. Поскольку уверен? Я бегал туда-сюда в истерике, я могу что-то путать, но я вроде бы не путаю. Тут должна быть какая-то такая вот хурмовина в земле. И там что-то должно быть полезное. Короче говоря, идем в обратном направлении. Это не очень логично, возможно. Но надеюсь, что нам это принесет определенную пользу. Пожалуйста, неси пользу. Я лаки-блок нашел, который мы не заметили в прошлый раз. А вот здесь вверху. Идем тогда вдоль этой я вот всей фигни. Я вообще-то про него тебе говорил, чтобы ты его раздолбал. Ну, вот так вот. Видишь, раздолбал. 5 дурацкие уровни. Ну, тоже хорошо. Ну, такое спорное, конечно, удовольствие. Опять могло бы быть что-то и получше. Вроде бы вот, впереди я уже вижу то место. И вижу еще один лаки-блок, который мы пропустили. Нам сейчас налево нужно бы пройти, там будет верстак. Только я надеюсь, что ифрит ушел. Ифрит, ты же ушел там домой? Так, я нашел штаны. Штаны нужны? Нет, у тебя штаны есть.
Так, нафиг. У меня шапка появилась довольно-таки неплохая. У тебя шапка хорошая? Да, да. Хорошая. Так, шапку нафиг, нафиг, нафиг. Мусор, ой, мусор. Ой, парень, прямо, где? Видишь? Вижу. Наверху. Блин, он что-то крафтит там. Он не наверху, он, скорее всего, внутри. Так, нападаем, кошка, по очереди нападаю первый. Я его не вижу. Сожру. А он сверху. Блинский ифрит. Так, пошел вот вон, пошел сделать, вон, пошел смотри. Вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон, пошел вон. Так, прикрывай. Отлично, прикрывай, кошак. Подожди, хочу сделать же меч, пожалуйста, меч, 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 меч. Сделал, думал, к тебе помогать. Не, обходить далеко, кошка, подожди. Далеко обходить, серьезно говорю. Да, жду, 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 жду. Так, сейчас покушенькую. Там было два лаки-блока. Слушай, давай подожди, пусть он подождет. Вот здесь прямо слева, вот так, как ты идешь ко мне по прямой, там я будет вижу. Лаки-блок. Ломай его, а я сейчас гляну. По идее, лаки-блоки отспавнились. Потому что раньше здесь этого не было. Так, смотри, я что-то получил. Еще один есть. А, зелье скорости. Сажу. Буду быстрый, как молния. Так, а здесь. Ой-ой! Бабка, 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 до свидания. Там баба-яга была. Она чистый. Агрессивная нога. Надо бежать. Сейчас пойдем пацана догонять. Так, у меня, в принципе, броня хорошая. Слушай, я что-то думал, что у меня броня похуже будет. Я себе уже под эффектами прошлых своих сливов и игр думал, что у меня вообще какашная броня. Так, отсюда, отсюда, отсюда. Если у тебя еще есть одна палочка, я тебе могу сделать меч железный. Есть палочка? Нет, нету палочки, есть железные слитки. Да, у меня тоже есть, но мне ничего железного крафтить не нужно, хотя, может быть, поножи, что ли. Ну да пофиг. Че есть? Не, ничего, топор долбанный. Вон еще лаки-блоки, два штуки. И вот жопа еще один. Подзаканчивается постепенно. Я о, тогда лук! Прямо. Лук? Да, хороший. Ну, крутяк. А я налево. Вверх немножко. Блин, так много еще выживших. А что произошло? Некоторые лаки-блоки какие-то странные, в них вообще нифига хорошего нет. И топор. Не ломай оружием что-то, то оружие топор. Сломается. Железный. У меня, кстати, тоже железный топорик откуда-то есть. Я вот это теряю по дорожке. Так, пацан, 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 сзади, сверху, вижу, вот он, кошка, идешь? Да, иду. Давай, аккуратненько, я нападаю, нет, если я что, внизу. Я отхожу, потом ты. Так, он вроде бы идет что-то крафтить. Ой-ой-ой, у него есть лук, мантим, мантим, золотое яблоко съел. А ну-ка, парень, парень, получай. На-на-на-на, так, втащил. Ну зря ты если его можешь, втащил, толкай сейчас. Меня рукой, толкай меня рукой. Если можешь, не сейчас, когда я прыгаю. Блинчик, споткнулся пару раз. Могу тебя догнать. Давай, догоняй, кошка. Он нас пытается разделить, какашный. Если какую-то ловушку поставит, а взорвусь нафиг. Ну да. Не ставь ловушки. Кстати, на этих там ловушках можно самому сдохнуть, если ты пытаешься поставить ее, когда убегаешь. Так, сейчас будет динамит, вот я уже понял. Я обошел, нашел целую кучу говняшка шмоток. Говняшка грязная. Так, ладно, шмотки, еда, 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 еда. Я так, могу тортик. Тебе лук дать. Не, не нужно, у меня есть просто тортик, если что, я его поставлю. И, ой, там второй, не иди туда. Там все, движуха, все, миллион собак, отходим. Или ладно, давай его втащим. Сейчас золотое яблоко сажу. Смотри, я бью его, ты бьешь собак. Договорились? Ну давай. Я сейчас, не вижу сейчас, 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 сейчас. Ой, вон возле меня! Сейчас, сейчас, собак пытаюсь он зафигарить. Он меня фигарит, Делерон! Так отходи, отходи, отходи. Блин, меня он фигарит, а не тебя. Или я что-то не понимаю? Собак сейчас убиваю. Блин, ловушки! Я ненавижу эти ловушки, я опять взорвался на ловушке. Да какого фига, блин! Ну это капец! Ага, я не могу, мой пукан бомбит, кошка! Он взял, поставил мне под ноги ловушку. Мы с кошкой, конечно, не сдаемся, блин, но это какой-то капец. С этими ловушками это что-то невообразимое. Я вообще подумал, что пацан меня просто взял и ваншотнул. Но оказывается, эти плиты, они снимают где-то по 6 сердечек за раз. То есть я как-то умудрился на 2 плиты стать одновременно. Я не знаю, эти плиты странные, они должны были, по идее, этого пацана тоже взорвать, но они его нифига не взорвали. Мы с кошкой сейчас тестировали, до этого мы заходили на карту, и я там на этой карте, кстати, взял, поставил 2 ловушки, на меня бежал пацан, я сдох об эти ловушки, когда он взорвался на них, а он выжил. Я не понимаю, причем я вроде бы был одет даже не хуже его. Здесь действительно, помимо лаки-блоков, тебе еще должно дико вести вообще во всем. Это очень везучие, счастливые, голодные игры, потому что здесь может произойти любая хрень. Я напротив тебя. Я да. На центр пойду, я наверное. Тоже. Так, центр, быстрее, Делерон, никто как раз не пошел. Так, ну, не мешайте. Ах, я нашел немножко себе брони. И за это сразу же получаю по жопе, блин. Я за тебя. Бежим, кошак. Я надеюсь, что за нами не пойдут. Надо было штаны, скорее всего, не одевать. Пожалуйста, меч, иначе мы все умрем. Нет, не меч, а бабка, которая нас всех отравит. Так, убегаем, кошка. За тобой бежит какой-то пацан еще сзади. Так, быстрее. У меня какое-то зелье. Зелье абсорбции. Выпью, чтобы никому не досталось. Но бесполезное. Возьми себе бутылку. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, тут, кажется, можно было пройти.
Мы в ловушке все, да? Мы все умрем? Нет? Или нет, нормально все? Так, я нашел деревянный топор. Так, пацан, убри, убри, пацан, убри. Получай, у меня есть деревянный топор, не боюсь его и против тебя использовать. Так, зафигарили, он был бомжом, у него ничего нет. Замечательно. Так, вижу лаки-блок или что это? Я где-то что-то активировал. Не знаю, возможно, мы все умрем. Вот лаки-блок. Давай тогда лаки-блок лутай. Я немножко обойду еще эту штуковину. Что-то есть? Козявки нет. Какие козявки? Монстры нападают Монстры? На меня. Монстры? Отлично. Да. Бежим наверх. Возможно, сверху будет что-то более крутое. Так, пожалуйста, лаки-блок, пожалуйста. Ой, еда. Здесь нет. Вижу один. Спрятали вообще в такое место, где его фиг найдешь. Так, у меня есть ловушка, дурацкая ловушка. Один алмаз и одна палочка. Найдешь алмаз или что-то такое, кричи. Ты нашла свинью, ее нужно убить. Она мне не нужна. Прости, свинья, но ты еда. Так, убили свинью, получили еду. Кстати, снизу бегает какой-то пацан, у которого есть шапка. И, ну, по всей такое. Видимости, он опасен. Ну, блин, я не вижу в этом ничего хорошего, абсолютно ничего. У тебя оружия нет, зомби еще кусается. Козявка. Хочешь его рукой забить? Да не, не забью, пошли вниз. Ну, идем потихонечку. Я здесь не вижу, что еще делать. Так, аккуратненько проходим. Мансим, мансим от зомби. Я их вроде бы согрел на себя, увожу от тебя их. А куда идти? А вот здесь выход, мы заходили через него. Идешь? Да. Спускайся в противоположную сторону. Давай, вдоль зала, давай. Вот здесь кнопочка слева будет, нажимаешь и выйдешь, в теории. Если тебя не съест ничто. Ой, лаки-блок, сейчас, подожди. Где ты его нашла? Ну давай быстрее, здесь пацанов дофига. Хотя на спаун я идти не сильно хочу. Фошка, быстрее, вот, зомби. Вот, 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 все. Идем, там какая-то Тима. Мы, наверное, вот сюда пойдем, блин, там какой-то пацан. А, нет, у него слишком хорошо одет. Да-да. У него даже топор покруче моего. Ходим. Я уже не говорю ни о чем другом, блин, ну топор не вообще. Вон лаки-блок прямо, возле дерева. Ну ладно, сейчас я его золотаю. Так, а ну-ка, лаки-блок, деревянный меч. У меня для тебя есть оружие, кошка, ты где? Так, вижу, я кошка, вот. Держи. Там какой-то Спасибо. Пацан. Пацан, скорее всего, где-то сверху он. Так, вижу пацана в алмазных тапочках. Что-то мне стрёмно, блин. Так, парень, не смей меня только взрывать. Так, он уже что-то испугался он немножко. Ну, из дождь нас двое, скорее всего. Лаки-блок появился за я моей спиной. Пойму. Ты хочешь его взять? Да, я его взяла. Так, дурацкие там взрывы. Там ничего такого не было. Пиу-пиу-пиу-пиу. Так, парнишка, он пытается меня сжечь. Я не поведусь на это. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Мы его опережаем. Я в паутине застрял. Блин, он одевается. Ой-ой-ой, нифига себе, кошка, он хорошо одевается. Половинка сердечка. На, взорвись нафиг. Он взорвался. Он сдох? Нет, он не сдох. Он не сдох, он вообще нифига ни разу не сдох. Так, у меня появился меч получше. Тут еще один пацан был. Охренеть. Я в шоке. Блин, вообще не везет. Ладно, последний заход. Просто вот сейчас будет последний заход. Капец. Нас определенно преследуют. Но я не думаю, что нам стоит с ними тимиться. Это какие-то опасные преступники. Убегаем от них. Кошка, бежим от них. Фух, ребята, честно, это уже последний заход. Больше нет сил. Если мы вот сейчас не втащим, то я даже не знаю. Я вот сейчас, кстати, в конце не понял. Где-то один и тот же парень как-то успел оббежать машинку вокруг. Причем я его взорвал, кошка. Он реально встал в мою ловушку. Я от него отбежал, он у нее встал и не умерся. Хотя у него, по идее, хп должно было быть тоже не сильно много. На центр не иди. Я не иду на центр. До меня, кстати, только вот сейчас дошло, каким фигом я сдох, когда я первый раз прибежал делать себе меч, когда я наступил ловушку возле верстака. Но это было вообще в начале серии. Я, скорее всего, наступил сразу на две ловушки. То есть я стал сразу на две ловушки, и от этого они обе сработали. Вот это вообще жесть. Так что если за вами кто-то бежит, и вы поставите две ловушки вот так вот, то есть шанс, что он вообще ваншотнется. Это капец какой-то. Так, вижу лаки-блоки, вижу лаву, не хочу прыгать в лаву, нет-нет-нет, не хочу, нет-нет-нет, не сегодня, блин, можно лаки-блок? Хоть один, кошка, можно? Давай. Ты разрешаешь? Разрешаю. Я, кстати, не поставил себе отметку на я том, поставила. Где старт, я забыл, так что есть шанс, что я никогда не вернусь туда, где все началось, блин, это печально. За мной люди ходят. За мной, кстати, никто не пошел. Меня хотя бы это радует. Так, я нашел, кажется, лаки-блок. Первый. И в нем куча еды. И рядышком еще один. Блин, и в нем у меч. У меня меч и есть еда. Нифига. Это так не работает, кошка. Она работает немножко иначе. Мне еще нужно не вступать в ловушки.
Мне нужно не выбегать на людей, одетых в алмазку с мечом на иссушение и на удары молнии. Тут есть, кстати, мечи на удары молнии. Я на них еще не нарывался, но что-то мне подсказывает, что вот именно сейчас я найду кого-то, у кого будет меч на удар молнии. Ты, короче, с кем-то сражаешься, и противника молния фигарит. Это жесть. Ну да. Это такая жесть. Причем там есть разная сила. Там есть сила удара 1, 2, 3, 4. А удар молнии 4, это капец, это больно. Ребята, это так больно. Так, пацан, у тебя был тортик, до свидания. Что? Ты что, вышел? Что происходит? Тут надо мной только что пробежал пацан, полностью одетый. Я на секунду кирпичей начал налаживать. Что это было? Тортик. Кажется, это какая-то ловушка, я не верю во все это. Ты же я хочу вообще? Тортик. Блин, я хочу этот тортик. Ту-ту-ту-ту. И что это? А что там? Там лава. Так, и тортик мне никто не хочет отдавать. Скорее всего, это какая-то ловушка с тортиком. Я только что чуть не нашел место, где можно было сдохнуть. Я способный. А, капец. Ты сама жива? Я-то жива, но у меня есть нечего. Беги к краю карты, вдоль стекла бегай. Возможно, что-то найдешь. Я возле края карты, вдоль стекла, под двумя елками нашел два лаки-блока. Один меня накормил, другой дал мне меч. У меня, в принципе, ничего хорошего нет. Я вряд ли смогу втащить кого-то, кто нормально одет, но... Можно рассчитывать на то, что он не будет ожидать мои атаки. Это, может, как-то мне даст сил. Либо я найду кого-то, кто сражался и фулово одет, ну там, с одной сердечкой. Кажется, я нашел мини-кошку. Вот одну такую, носатую, сзади. Да. Которую можно зафигарить. Так, что там есть? Ну, штаны? Да. Дай, пожалуйста, хотя бы штаны. Он волшебный! Кошка, ты видела? Он взял и отволшебнился. Так, тихо-тихо-тихо, мне еда, седло не нужно. Еда, пожалуйста, еда. Ты говорил, у тебя еда есть. Так, еда есть. Давай, на давай, тебе, давай. Похлебка. Похлебка и а пшено. Нет, но пшено пока нет. Все, пока ладно. Все. Или у тебя не хватает все, этого? Я пошла, ну да. Так, вместе идем, чё ты? Ну идем. Я не хочу ни с кем вот это пиу-пиу. Так в другую сторону бросила. Подожди, меня. Ты там был уже? В другой ну ладно, стороне? Они по идее обновились, вот эти вот пиу-пиу. А у тебя есть какой-то там пи-пи-пиу? Там была одна елка, под которой два лаки-блока. Я, в принципе, помню, оружие. Где она. У меня есть только зажигалка. Нет. И удочка, которую вот можно тут приманить вот 100% семью. Что-то есть сейчас. Да, убийца кошек там есть. Должна что, наверх же, полезла, тут... что ли? Да. Да, тут есть. О, тут два! Я все тебя внизу подожду. Ну, спускайся, делись тогда. Да? Потому что у меня вообще все печально. А дать тебе вот эту вот квадратную фишку? Квадратную фишку? А, ловушку? Ну, давай. Так, ого, осторожно. Ого. Так, ты, кажется, слишком много мне всего дала. Слишком много крутого. Слишком даже. Ну, хотя ты, в принципе, одета тоже неплохо. Да, так, вообще квадратная неплохо. Фишка. Дай еду, я тебе все дала, теперь ты еду дай мне. Так, еду. Ну, на, держи. Блин. Ну, хорошо, мы договорились. Так, мне это тоже не нужно. А почему нельзя удочку разобрать? Взять и разобрать ее там на фрагменты. Видишь, а ты бы без меня не пошел туда. Ну, возможно. Так, у меня есть целая одна стрела. Надо помнить об этом. Так, кошак, ты пошла не туда, нам нужно вот направо идти. Вот лаки-блок еще, подожди. Он снова там появился? Ну ладно. Да. Блин, какой-то на карте иногда появляется какой-то парень. Ну, в другую о, сторону меч. Хочу. Меч, идем в другую все, сторону. Отлично, пошли что, теперь. Крутой меч, и прямо лаки-блок в этом, в горе. В горе не видел, вот, так наверху. Это я выкидывал. Сейчас я найду ту елку. Я пошел искать крутую елку. Ладно, я внутрь замка не заходи, там ловушка. Там да? Какой-то тортик-обманщик. Я к нему подходил и чуть не сдох. Туда заходи. Видишь, короче, ничего тортик себе, валяется. Да, я поняла. Там какая-то жесть. Сейчас я постараюсь наверх залезть, но внутрь не заходи вообще. Потому что пацан, который тут бегал, умер за то, что он пытался взять этот тортик. Так, а здесь тоже какая-то фигня. Ой, парень, Делирон, выходи. Так, иду, иду, иду. Сзади иду. Замка, парень. Блин. Вон, он все, весь сейчас, сейчас покушаю, покушаю, покушаю. Ладно, золотое пошли. Яблоко. Ну, пошли, кошак. Я тогда нападаю первый. Мне там алмазный шмоток вроде побольше будет. Так, окружаем, 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 окружаем. Так, а ну-ка, получай, получай, кошак, получай, кошак. Кажется, ты меня бьешь, нет? Так, отлично, все, забили моего. Так, сейчас. Я аж горло запершило. Я бы тапочки взял, если слушай, что. Слушай, можно нам все это, вон там зажигалка есть, можно это все спалить? Не хочу зажигалку тратить. Ну ладно. Ну, давай, хорошо. Ну, давай. Пали. Ты же так, себе я зажег, пью, пью, пью. Блин, я полную зажигалку выкинул, балбес. Жалко так. Смотри, там алмазное ничего не выкинет. Да не, я не буду выкидывать ничего из того, что мне нужно. Курочка, может быть, понадобится. Алмаз выкидывать тоже не буду. Фуловая зажигалка была.
Так, я все, пошли. Не знал, что вообще бывают полные зажигалки. Мы идем к моей двойной елке. Там двойная елка, там круто. Блин, капец. Так ты уже тут был? Что-то мне как-то холодно вообще стало, горло першить начинает. Я появлялся где-то вот здесь вот и кричал о том, что жрать нечего. А-а-а. И елка такая, раз тебе, парень, короче, я держи лаки-блок. И еще одна такая елка там, зацени, еще один лаки-блок. Это было где-то вот здесь, по-моему, вдоль стекол, либо что-то путаю. Игроков осталось, кстати, семеро. Я могу то место не найти, если честно. Вообще могу не найти. Изи, причем. Ты там оглядывайся, потому что я да когда я бегаю и что-то ищу, я на карту не смотрю. Вроде бы это было где-то о, здесь. Лаки-блок, да, вот они. Так, первый дал мне немножко одежды. Ну, неплохая. Фигня всякая. Ну, неплохо. Сорян. Блин, жесть, горло першит. Ребят, сорян, кажись, опять заболеваю. А, капец, как я люблю зиму. Зима это так круто. Так да. Много радости. Давайте в комментариях хэштег Дерон не болей. Слушай, тапочки на прыгучесть 2. Я их, наверное, даже приодену. Они крутые. Не алмазные. Чувствую, как голос садится, капец. Слушай, у тебя, по-моему, нет хорошего нагрудника. Как тебе с этим помочь, даже не знаю. У меня отметка центра где-то в попе. Так что, кошка, веди меня к центру. А ты слева не шел? Ну... У меня сейчас до отметки 111 метров. 100, у тебя сколько? 170. Ну, я очень сомневаюсь в том, что это нужная отметка. Погоди, не, я нужная. вижу на дереве. Я слишком плохой лунопрыгатель, по-моему. Я вижу, понял. Да, плохой лунопрыгатель. А вот здесь. Ну давай. Это вот так надо сделать. Да не прокатит. Ты думаешь, ты дотянешься до него? По-моему, это возможно, кстати, кошка. А ну-ка. Да. И я буду слабо бить целую минуту. Окей. Ну веди. Ну хорошо, идем, пошли. Главное следить вообще за вот этой вот фигней, за дебафами, за бафами. Ага. Потому что я вот чувствую, что я с кем-то уже пару раз дрался, и на меня был наложен эффект хреновой везучести и хреновых ударов. Потому что я иногда, помню, бил кого-то, и у меня урон по человеку вообще не проходил. То есть я его бью, он стоит такой, типа там, нет, ты меня не бьешь. Осторожно, кстати, ловушки тут. Ну, это центр, я да? тебе говорю, осторожно. А, так у меня отметка стоит только где-то под землей там. Там чуть. Пацан бегает, кошка. Идем, зафигарим его. Мол, пытается убежать. Так, у меня фиговая бьючесть 16 секунд, так что ты танкуешь. Я на протяжении 16 секунд не смогу его бить. Да, я уверен. Так, у меня еще 9 секунд. А, я не могу открыть. Как тут там вылезть? Открыто было, блин. А, я понял. Так, у меня еще 2 секунды. Ну ладно, я уже могу с ним сражаться, в принципе. У него алмазный нагрудник, алмазные штаны зачарованные. Может, не будем, Делерон? Я тебя уже потеряла. Я побежал прямо. Вот как мы бежали, так прямо я побежал. Пробежишь... Короче говоря, я сейчас постараюсь его догнать. Мне кошка бросила, как обычно. То потеряла тебя. Я добежал до конца дороги и потом пошел налево за ним. Налево, вдоль какой-то горящей непонятной фигни. Типа как дорога, но вся горит. Сейчас он возвращается в сторону спавна, бежит потихоньку. Мы пробегаем возле головы какого-то огромного клоуна. Ни хрена себе. Впервые я вижу этого огромного буду, клоуна. Что? Так, парень, не нужно. Себя лучше взорви. Отлично. Ты его убил? Мне с едой грустно все. Нет, он пытается взорвать меня динамитом. Я пока пытаюсь на это не вестись. Блин, ну давай, Делерон. Тут еще кто-то на коне. Тут на коне кто-то. Йоу. Так, не хочу. Так, а где парень на коне делся? Слышь, парень на коне, ты что удумал? Типа ты подписчик, что ли? Он меня не видит, кажется, он меня не видит. Он убивай. Не видит меня. Он какой-то поехавший или подписчик, я не знаю. Убивай. Что-то непонятное произошло. Я, короче, его зафигарил. Так, мне ну, что давай. Из этого нужно? Нагрудник мне нужен. Так, отлично, нагрудник взяли. Я меч на Lightning 4. Ребята, я вам рассказывал об этом мече. Это меч, который умеет фигарить молниями. Так, я иду на центр, кошка тоже. Пацан, давай, я которого я догонял, он пошел на центр. Это вроде бы не подписчик. Он просто стоял, выкидывал мусор, увидел, что тот парень убежал и подумал, что все отлично. Но нет, отлично ничего не было. Тут кто-то еще бегает возле меня, наверное, пойти зафигарить его надо бы. Так, это мусор, еда, жратва. Наверное, пойду пытаться зафигарить какую-то еще девочку. Я ее вижу, она где-то здесь должна быть близко. Заодно хочу посмотреть, что может меч на Lightning. Так, тут где-то вход должен быть, этот домик. Так, я в домике. Тихо.
девочка сверху. Сейчас мы постараемся на нее ворваться. Блин, страшно. Я ж не знаю, что это за девочка и что она умеет. А вдруг она волшебница? Вдруг она волшебница, кошка? Идешь на центр? Я иду за девочкой, она на третьем этаже. Я пока на втором бегаю. Волшебница ли ты или нет? Тихо-тихо. Молния, молния, молния. Где молния? Где молния? Где молния? Где молния? Где молния? Дилер, он спрашивает. Где она? Так, только не ловушки, девочка. На ловушку поставил, так я в нее не стал. Отлично, прогресс. Я уже понимаю, что ловушки убивают. Молодец. Блин. Так, девочка не поставила ловушку, отлично. Пока все хорошо. Я за ней бегу. Ни хрена не вижу, ребята. Вообще нифига. Так темно. Мне еще в глаза солнце вот это вот слепит, моя домашняя, комнатная. Так, девочка что-то удумала. Что-то плохое удумала. Блин, ну она одетая тоже неплохо. Мой меч-налатник нифига не сработал. Может, как-то на блокировку работает. Я опять пробегаю возле горящей дороги. Игроков осталось, кстати, пятеро. Это кто? Это не кошка. Там какой-то пацан завтыкал. Я на центре. Но так, ты, кажется, опять молниями. Так, подожди, мне нужно... Я убила его. Отлично, кошка. Так, яблоко золотое взял. Так, это нафиг. Что-то полезное еще осталось. Да, немножко алмазный шмот. А кошка, алмазные шмотки нужны? Ну да. Так, сейчас я избавляюсь. Нафиг. Так, нафиг. Алмазное забрал. Так, ну я вроде бы... Так, еще... У тебя есть алмазный нагрудник? Нет. Да, сейчас нужно будет притащить кошке алмазный нагрудник. У меня зачарованный железный. Так, все, я забрал. Так, иду на центр, кошка. Тащу тебе кучу всяких ништяков. Пацан был, скорее всего, убийцей какой-то. Или лайтнинг? А, понимаешь ли, вот лайтнинг, он хитрожопый тем, что ты, допустим, играешь на других серверах и привыкаешь к тому, что после убийства врага тебе выпадает, ну не выпадает, а, короче говоря, в землю фигарит молния. И человек расслабляется и думает, что все огонь. Что все будет круто, там, бла-бла-бла, что он же тебя убил, что молния ударила в землю, но на самом деле получается так, что он тебя не убил, и, короче говоря, все круто. Нифига не объяснил, но, в общем, вот так вот. Слышь ты, парень, тихо-тихо, кошка, осторожно. Девка. Кошка, осторожно, я хочу его взорвать. Это Чина. Чина. Так, кошка, подожди, она что-то делает страшное, она что-то задумала. Она бегает и что-то хочет сделать жесткое. Давай, кидай торты. Торты кидает? На. Тихо-тихо, не сработало. Так, осторожно, там моя ловушка. Где я тебя хотя бы одену, кошак, стой. Сейчас, так, подожди. Я сейчас выкину тебе нагрудники, штаны. Там внутри валяются. Заходи, одевайся. Я ее убила. Ну все равно заходи, одевайся, блин. Да, вот я тебе выкинул нагрудник, штаны, смотри. А смотри, какие крутые шмоточки. Крутые шмоточки, кошак. Что мне еще из крутого? Где ты динамит? Какие у меня шмоточки? 10 стрел. Ничего себе. Так, я тут подумал, знаешь что? Алмаз у тебя есть один? Вот. Не сработало. Мне кидаться? Ну давай, короче, сражаться будем. На, получай. Видишь, молнии фигарят. И фиг поймешь вообще, что происходит. Сдох кто-то, не сдох. Так, ну-ка, алмазный меч. Блин, горю тоже. Не горю, только ты горишь. Отлично. Блин, алмазные шмотки такие жесткие. Да, Дилерон победил. Ух, ребята, это было дико жестко. Кошка дожила до финала. Убивать кошку мне всегда жалко. Пишите в комментариях, может быть, нам стоит доходить с кошкой до финала и не сражаться вообще, или какой-то фигней страдать. Мне кошку обычно жалко убивать, потому что она то начинает поддаваться, то наоборот, меня начинает фигарить, и мне одному обидно, что меня фигарят. В общем, пишите ваши мысли. Вам большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, эта серия будет очень большой. Я понимаю, что было много сливов, но... Мы с кошкой только учимся играть на этом сервере, ну я ладно учусь, потому что эти ловушки мне мозг взрывают. В общем, жду от вас лайка, поддержки какой-то в комментариях, каких-то, может быть, советов. До скорых вам всем встреч. Все интересные ссылки в описании, можете по ним потыкать. Всем пока-пока. Пока, мяу. Эй, хоть помахай, чё ли? Подписчики попрощались, ты стоишь такой, типа... Ладно, всем пока.